Всем привет, дорогие мои подписчики, гости канала. Меня зовут Диана, и спасибо, что открыли это видео. Здесь на канале мы говорим о парфюмерии. И тема сегодняшнего видео будут ароматы ухоженной женщины. Если вам интересно, оставайтесь на моем канале. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайк, и мы начинаем наш обзор. Итак, тема ухоженности. У многих блогеров есть такого рода подборки, но каждый из них интерпретирует эту тему по-своему. Для меня это не ароматы про уходовые средства. Нет. Ухоженность не только вымытое тело, волосы, чистая одежда. То есть мы, наверное, не скажем на женщину чистую с виду, в чистой одежде и с вымытыми волосами, что она ухоженная. Нет, наверное, этого мало. Ухоженность – это что-то большее. Конечно же, эстетический аспект имеет огромное значение. И прическа, уложенные волосы, и маникюр на руках, и какой-то стиль в одежде – это важный фактор. Но более важным, мне кажется, является и манера поведения, и присутствие элегантности, и непременно женственность. Поэтому вот все эти мелкие детали, они вырисовывают образ ухоженной женщины. Поэтому, когда мы слышим определенные ароматы, мы подсознательно вырисовываем себе этот образ, образ какой-то женщины. Это может быть девушка на дискотеке, это может быть любящая мама на кухне, строгий руководитель в офисе или просто невеста в белом и так далее и тому подобное. Так вот, ароматы, которые я подобрала для сегодняшней подборки, они характеризуют, на мой взгляд, ухоженную женщину. Даму, леди, как кому больше нравится. Ароматы все разные, но есть в них какой-то аспект, который их объединяет. То есть это не какие-то не кричащие ароматы, это не давящие ароматы, это не ароматы, которые бегут впереди женщины, расчищая ей дорогу. Нет, все эти ароматы более-менее спокойные, сбалансированные, но каждый имеет какую-то свою характеристику. Итак, аромат, с которого я хочу начать, это парфюмерный дом Christian Dior. Это их бутиковая линейка. Аромат называется Gris Dior. В производстве с 2018 года. И это переформулировка аромата Gris Montaigne, с которым я не знакома, к 70-летию дома. Парфюмер здесь Франсуа Димаши, который воплотил в этом аромате легендарный цвет дома Dior серый. И как говорит сам парфюмер, серый – это не просто сочетание белого с черным, а это именно сложная многогранная композиция, которая также присутствует в аромате. Аромат на самом деле сложный. Сложный к пониманию в начале. Здесь Димаши, парфюмер, сочетает жасмин с бергамотом, с влажными травяными нотками. Я не очень гоняюсь за бутиковыми линейками Dior, Chanel. У меня впечатление, что зачастую мы отдаем больше внимания названию бренда, чем содержимому флакона. И вот такой сложился у меня стереотип, что бутиковые линейки – это какие-то наскоро собранные композиции без характера. Но здесь я ошиблась. Это шипр колкий. Это очень сложная композиция, в которую невозможно влюбиться на первых нотах. Это такое ощущение, что ноты просто вот так раскидали без какого-либо места для каждой нотки, и потом они потихонечку начинают собираться, потому что вначале я слышу бергамот, какую-то горечь, кислую розу, но уже на подтоне слышна очень элегантная мелодия. И чем больше раскрывается аромат, тем эта мелодия все больше проявляется и становится очень яркой. Горечь уходит, остается роза. Но эта роза какая-то интеллигентная, она элегантная, она мягкая в базе. Аромат очень долго держится на коже, он прям не покидает вас, он очень диффузный, его слышно. То есть технические характеристики у этого аромата просто шикарные.
он долго сидит на коже, он быстро, он диффузный, он шлейфовый. Это очень качественно сложенный аромат Гридиор. И как по мне, он прекраснейшим образом подходит к ароматам ухоженной женщины, к образу ухоженной женщины, потому что он не кричит, но он с характером. Он не сладкий, но какая-то сладость в конце, в мелодии в этой присутствует. Я думаю, что из моей подборки, наверное, наилучший для образа ухоженной женщины. Гридиор от дома Кристиан Диор. Знаете, как он у меня появился? Я его не покупала, мне его не дарили. Такая, быстро скажу маленькую историю. У меня есть кеды от дома Диор. Я их пару раз одела, какой-то там третий или четвертый раз у меня вырвалась металлическая клепка, которая держит шнурок. Мы отнесли эти кеды в бутик обратно. Они взялись их чинить, но предупредили нас, что, наверное, пройдет месяц. Прошло 4 месяца, мы позвонили в бутик, кеды были не готовы. Прошло 5 месяцев, кеды были готовы, нам сказали приезжать за ними в бутик. Мой муж поехал в бутик и там еще ждал полчаса, потому что не могли найти кеды. Вот, чтобы хоть как-то себя простить, они положили в пакет с кедами этот аромат. Вот такая я оказалась фортуната. Повезло мне просто. Следующий аромат. Это Maison Francis Kurkdjian, аромат называется Feminine Pluriel. Он был выпущен в производство в 2014 году. Я очень люблю эту композицию. Сейчас наступает ее период, потому что пропадает вот эта вот кислота, которая присутствует в этом аромате летом. Но наиболее лучший период, на мой взгляд, для этого аромата – это февраль, когда еще холодно, но когда ты уже мыслями ждешь весну. И вот он чудеснейшим образом подходит на вот это вот состояние, на февраль. Сейчас вот в этом аромате проявляется воздушность. Это великолепный букет из апельсинового цвета, из грасской розы, флорентийского ириса, жасмина, ландыша. Но это не просто букет, в этом аромате есть характер, и характер, наверное, придают и древесные ноты, там и ветер, и пачули. Вот он мне нравится, люблю я этот аромат, он завораживает. Безусловно, на мой взгляд, он подходит для ухоженной, нежной, молодой девушки с улыбкой, вот как-то так. Красивый очень аромат, повторяю вам, Maison Francis Kurkdjian, Feminine Pluriel. Дальше у нас Jo Malone, аромат называется Peony and Blush Suede. Был выпущен в 2013 году, Кристина Жель. И это уже более простая композиция, она не несет в себе какой-то сложности, не обладает каким-то сложным характером. Вот что заявлено, то и слышится, да, пионы и замша. Но, на мой взгляд, забыли указать яблоки, они здесь присутствуют, и еще и как. Это хороший аромат, он женственный, он приятный, его легко носить, он весь какой-то деликатный. Вот это такое на случай, когда ты не знаешь, что надеть, можно одеть Peony and Blush Suede. Ты хочешь подарить что-то из парфюмерии, не знаешь, что подарить, вот этот аромат можно подарить запросто. Вот все в нем есть. Он такой аромат паспорту, да, куда угодно, где угодно, на ком угодно. Ну, наверное, не на мужчинах, но на женщине любого возраста. И я вот его представляю на ухоженной леди. Он отлично подчеркнет любой женский образ. Элегантный, классический, спортивный, любой. Красивый аромат на каждый день. Jo Malone Peony and Blush Suede. Дальше у нас аромат Фредерика Маля Lipstick Rose.
аромат 2000 года и парфюмер Ральф Швигер. В последних моих обзорах я очень часто говорила про этот аромат. Я была с ним знакома очень давно, но в коллекции он у меня появился недавно, несколько месяцев он у меня. Я влюбилась в него больше именно в процессе носки, в процессе разнашивания этого аромата. Этот аромат с большой буквы. Он достоин внимания. И вот он очень подходит к описанию ухоженного женского образа. Но не по своей пирамиде, а именно по красоте своего звучания, по схожести с пудровостью, с помадностью, с какими-то запахом каких-то косметических средств, своей мягкостью, чувственностью, выразительностью. Этот аромат, на мой взгляд, не имеет возрастных границ. Он понравится как девушке-кокетке, потому что есть в нем что-то кокетливое, так и более взрослой, статусной женщине с безупречным образом. Красивый очень аромат. Он, если кто-то из вас еще с ним не знаком, пожалуйста, знакомьтесь, потому что, ну, Lipstick Rose нужно знать, мне так кажется. Если не иметь в коллекции, ну, хотя бы просто быть с ним знакомым. Он на самом деле достоин внимания, этот аромат. Lipstick Rose от Фредерика Маля. И последний аромат в сегодняшнем обзоре – это Juliette Has a Gun, Not a Perfume. Не духи. Аромат был выпущен в 2010 году. В основе этого аромата молекула амброксан. И как мы знаем, молекула амброксан заменяет ноту амбры. Амбра в парфюмерии – это очень дорогой и ценный компонент. И на момент выхода этого аромата это было что-то новое, самобытное, провокационное, что ли. Здесь заявлено цветочно-древесно-мускусное направление. Но на каждого этот аромат садится по-разному, подчеркивая индивидуальность. Я не слышу на коже цветочность в этом аромате. Вот сейчас немножко есть какая-то сладость из флакона. Скорее всего, это и есть какая-то цветочная нота. Но на коже нет. На коже он садится древесными нотами, немного похож на запах хвои или даже аромат кипариса. Вот кто знает, как звучит кипарис, кто из Крыма явно знает, потому что кипарисов там очень много. И вот мне напоминает этот аромат, вот когда он именно на коже уже, именно аромат кипарисов. Тем не менее, это аромат чистый, он прозрачный, он прохладный. Аромат, который, в котором проявляются даже некоторые ноты маскулинности. Я вижу его на ухоженной женщине, я вижу его на женщине, уверенной в себе, которая не боится ничего нового и не боится ничего провокационного. Непростой аромат, необычный, но тем не менее очень красивый. Juliette Has a Gun, Not a Perfume. Итак, наш обзор подошел к концу. Спасибо всем, кто досмотрел его. Я с вами прощаюсь и напоминаю вам оставлять комментарии. Мне очень приятно слышать ваше мнение об ароматах. Мне нравится ваша обратная связь. Вот. В инфобоксе, напоминаю, я оставляю ссылки на ароматы, по которым вы можете перейти на сайт интернет-магазина «Рандеву» и ознакомиться, либо даже приобрести эти ароматы. Таким образом, вы помогаете развиваться моему каналу. Спасибо вам огромное. До следующих встреч. Пусть вас не покидает прекрасное настроение. Всем пока, ребята!